Вы знаете, эти тайные тюрьмы, это в последнее время такая фишка американцев. Зачем? Там работают с оппозицией, так называемой, там работают с теми, кто противостоит режимам проамериканским. И таким образом это своего рода, знаете, такие секретные концлагеря, которые сеют страх. Понимаете, дело в том, что человек, побывавший там, если вдруг его выпускают, он ведь рассказывает все эти ужасы, которые он там испытал. Отсюда идет давление на общество. Если мы обратим внимание, что происходит на Украине, то все эти банды типа Айдар и прочее, они ведь предназначены именно для того, чтобы держать общественность в страхе, чтобы простой народ не то что там боялся выступить против хунты, чтобы боялись глаза поднять от земли. И когда мы видим, что торнадо, который по дуре своей наехал там на бизнес определенных господ, да, вдруг оказался на скамье подсудимых, мы увидели, что на самом-то деле эти банды управляемы, и с ними можно управиться очень быстро. Но никто это не делает по одной простой причине. Они нужны именно для запугивания. Вот так.